так как нету конкретного, сейчас нету в сценарии пока что Маяковского. Эй, вы! Любители, эй, вы! Юрмалы. Вчера в автомобильной катастрофе погиб один из кумиров советской молодежи, известный в мире рок-исполнитель Виктор Цой. А, этот. Right? Да. Понадобится. Если скажешь застрелиться, пойду и застрелюсь. Со страницы. В Латвии дождь 0+5. Я ухожу. Счастлив теперь весел я. Дателей просится поэт Маяковский. Предлагаю принять товарища Маяковского. Будущее ваших детей, будущее нашей страны. Если вам все равно, можете вы честно наплевать. А если нет... Год героических свершений. Каждая пятилетка приближается... Год. Он верблюд. Рабочий скот. Даром... Чувство вещи ненадежное. Пусть жопой пишет. Стой! Стой! Курехин, Гребенщиков, Цой, Тимур Новиков. Мои товарищи потомки. Роясь в сегодняшнем... Стрел, какой выстрел? Не знаю. Яков Саврович. Так. Мамище, успокой, пожалуйста, человек. Он волнуется, что он оставит тебе рога. Пойдем, Кисин, пойдем. Дурак, Володя, ты дурак. Стараемся, Марик. Я вижу, что тоже знал. Яков Агранов. Браво, я. А ты, Стахович, нам больше не товарищ. Только слушай, согласись, не поймать меня надо. Делай! Слышно. Ось тебе не шмерли. Я на третий раз. Я больше не могу сказать. Не дам тебе как друг сделать! Не дам! Понял меня? Люди, культура не умрет. Мы будем писать стихи. Всем, в том, что умираю, не вините никого. И, пожалуйста, не сплетничайте. Покойник этого ужасно не любил. Мама, сестры и товарищи, простите, это не способ. Другим не советую. Но у меня выходов нет. Приходим в свет вот сюда.